Пересмотри развязку самой громкой ММА-трилогии, а также насладись следующим турниром с Исламом Махачевым бесплатно на UFC Fight Pass. Предложение действует до 12 июля. Ссылка в описании. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous decision, Gilbert Dorinho Burns. Итак, я с победителем Гилбертом Бёрнсом. Гилберт, поздравляем с очередной потрясающей победой. Ты вернулся на победный путь, притом против одного из самых сложных и необычных оппонентов в дивизионе. Насколько тяжело тебе было биться против этого стиля? Простите, ребят. Каждый раз, когда я выхожу сюда, я стараюсь финишировать бой. Это был сложный поединок. Можете освистывать меня, мне плевать, давайте. Больше, мне нужно больше. Давайте, мне плевать, кричите. Бу, два чека, детка. Уандербой — это один из самых сложных оппонентов, но ты очень успешно переводил его на землю, и это сыграло большую роль в твоей победе. Да, большое спасибо Реймонду Дэниелсу, который приехал в Сэнфорд, чтобы помочь мне. Спасибо Джейдену Джексону, тренеру Генри Хуфту, тренеру Дэниелу, тренеру Ками, Грегу Джонсу, Вагнеру Роуче. Эти парни подготовили меня, заставили меня пахать, выжили из меня максимум. И моя мечта все еще жива, я иду за этим титулом, я усердно тружусь ради этого. Эта победа возвращает тебя на статус претендента. Скажи, с кем бы ты хотел биться дальше? Любой может получить, Джо, любой. Хорхе, если хочешь, давай побьемся. Нейт, давай посмотрим, кто настоящий гангстер. Леон, ты тоже можешь отхватить. Погнали, мы скоро возьмем этот титул. Погнали. Поздравляем, сэр. Гилберт Бёрнс, леди и джентльмены.